Вовремя и без очереди. В Ульяновске реализуется региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Согласно областному проекту, необходимые препараты могут получать пациенты на диспансерном наблюдении, на льготных условиях. Государственная аптека в поликлинике номер 2 городской больницы номер 3 обслуживает пациентов железнодорожного района. Учреждение работает уже год. Ежедневно сюда приходит около 100 человек. Очередей нет, все распределены по времени, как и перебоев с лекарствами. В утвержденный перечень лекарств вошли 23 лекарственных препарата. Их отпуск осуществляется абсолютно бесплатно по выписанным врачами рецептов. Ранее такие пациенты получали лекарственные препараты только во время пребывания в стационаре. Теперь же в течение года после операции или проведенной на сердце они будут обеспечиваться препаратами при амбулаторном лечении. В августе прошлого года Альберту Белоусову сделали сложную операцию на сердце, и теперь ему каждый день необходимо принимать дорогостоящие лекарства. Благо, что региональная программа позволяет получить их совершенно бесплатно. Прихожу каждый месяц сюда, мне выдают лекарства, общая стоимость где-то около 5000. Для меня, конечно, большое подспорье. Вот. Ну, спасибо за создание сети государственных аптек, в которую можно прийти в участковую больницу сюда и получить лекарства. Спасибо губернатору. Для реализации региональной программы в части лекарственного обеспечения областным министерством здравоохранения закуплено медикаментов на сумму более 108 миллионов рублей. Егор Титов, Герман Баранов, Управда ТВ.